играть очень много. Не, я уже, по-моему, говорил как-то, что когда у меня еще был VR по Куманчику, я зашел на Twitch и смотрю, один кореец. Ой, спидранит Кумантик и использует васп на уфобоссе. Я думаю, ну ты вообще молодец. Чё там с васпом-то уфобосса не завалить? Ты попробуй его так. Я ему сказал, ну давай-ка, брат, давай отруби-ка ты васп. А то с васпом-то каждый может как бы за 20 секунд завалиться. Ты попробуй без. И он отрубил, кстати, васп. Правда, он, по-моему, ни одной попытки не закончил. Зато на том стриме сидел другой кореец, у которого я уже отжимал ВР. И он пошел, короче, и поставил в этот же день новый ВР. Я бы хотел посмотреть, сколько там осталось. Дава! Пошел нафиг! Пошел нафиг! За два клира! Да! За два клира! Охренеть! Есть! 230 часов. Фух, пройдено. Да, да. Я не верю, я прошел за два. Да, четвертый. Кто прошел за два в рукомьюнити после Судала, Декстера и Игоря. И это было дольше, чем у всех. Ой, thanks, guys. Thanks for the congratulations. I was so nervous now on last phase. Блин, ну что-то я не знаю, что-то, по-моему, после клира К2 первого таких эмоций даже не было. Хотя не, были, потому что у меня тогда дико не шла четвертая фаза, я, по-моему, больше двух атак я не выносил на четвертой фазе, а потом я, короче, вынес сразу Камиллию. Да, что-то похожее было. Ну да, ну... Не, я тренил Декстера, я тренил 10 минут, я тренил Локус, Вас Зет. Это все-таки, наверное, считается. Блин, ну это жестко. Ну что, теперь... Я сделаю хайлайт финального босса и, в общем-то, буду просить у PD-плеера легально просить пароль на Z3 для золотого бантика. Я знаю, что мне могут как бы дать пароль многие, но как бы я хочу у него сам попросить, зачем. Просто интересно, что он мне ответит. А, что? Dark Purple. Это к чему? Это Dark Purple к чему пароль, не понял. Маленько. Ну, второй секрет у меня есть вообще-то. У меня есть... Чё дальше? А, только не гейм овер, пожалуйста. А то я сейчас за экран уйду и все по новой. О! Найс! Ладно, ребят, давайте я сейчас, короче,